Год назад группа Тату объявила о своем воссоединении. Но уже спустя месяц Лена Катина и Юля Волкова разругались раз и навсегда. И только сейчас музыкальный продюсер и режиссер Лена Кипер решила рассказать всю правду о скандальном распаде группы. На днях состоялась премьера кинопроекта «Музыка без грима». Это несколько новелл о популярных артистах. Одна из короткометражек была посвящена как раз группе Тату, с которой Кипер проработала больше 10 лет. В эксклюзивном интервью Лена призналась, почему Катина и Волкова все-таки решили воссоединиться. Честно скажу, что соединились они непросто и были замотивированы большими суммами денег. На каждом шагу мы звали юристов и требовали, чтобы девушки не нарушали условия контракта. И даже контракт не решил всех проблем. Не любовь Катиной к Волковой, а Волковой к Катиной видна и в фильме. С какого-то момента принеслись вот эти вот безумные опоздания. Не могла не приехать на съемку, отменить концерт. Я все-таки ответственный человек. Возникают большие сомнения, как ты вообще сможешь. Но за кадром татушки продолжали проявлять друг другу антипатию. Угрозы были примерно следующие. Юля планировала подложить под гостиничный, под дверь гостиничного номера Лены Катиной газовый баллон. Чего мы не дали ей сделать.